Ну что, ребят, всем привет. Значит, смотрите, что сегодня у нас в обновлении. В Идлевар, так называемом. Собственно, у нас много нововведений. Если честно, я немного шокирован. Шокирован, знаете, чем? Шокирован я такой вещью, что изменили таверну. То есть теперь у нас смотрите. Вот такая вот таверна стала. Таверна, значит, стала у нас, получается, с не знаю, как это объяснить вам. Ну, в общем, с новыми какими-то ингредиентами. Много собаки лают, ну ладно. В общем, ингредиенты у нас. Вот такие вот. Извиняюсь за небольшие паузы. Значит, теперь все мои накопленные 100 миссий, они просто-напросто слились. Обидно, конечно, обидно. В общем, каждый день мы можем активировать определенное число миссий. Значит, эти миссии, они, ну, дают возможность выполнять квесты. Значит, какие квесты, я сейчас вам, ну, так скажем, покажу, расскажу. В принципе, они здесь не поменяли своей тематики. В общем, тоже смотрите, что я буду придумывать, где тут квесты. Вот. Значит, теперь мы можем вот эти шайбы обменивать. То есть мы выполняем определенное число вот этих миссий и обмениваем. Вот здесь пока лимит не готов. Вот. Собственно, теперь сам ивент. Сейчас немного подвисает. Вот, в общем, бьем. Сейчас вам все покажу, расскажу. Я думаю, что мы сейчас с вами забубеним вот этот вот, вот это колесо. Ну и, собственно, посмотрим, что к чему. Так. Ну, здесь за перья награды. По-моему, я уже этот ивент обозревал. Ну и колесо пламени. Поехали. Не повезло. Значит, в высшем призыве у нас новый герой.
Сейчас вам покажу. Собственно, вот он. Джошуа героя зовут. Значит, он на себя берет, как вам сказать, все эффекты света небес. То есть там суть такая, что когда вы играете против героев, ну этих, то мы как бы в минусах, потому что если против него играть световиками, да, героями света, то все вся ульта, все вот эти моменты будут просто разбиваться. Вот. Ну и все, собственно. Это весь попс героя. Ну, то, что он там бьет по всем, это я не буду обозревать, потому что у меня его нету. И вам переводить с английского тоже вдруг что некорректно будет. Так, давайте высшие призывы бомбанем. Сборку героя можно еще сделать. Там, по-моему, она, да, висит. Обмен высший. Или нет? Нету, нету. Я уже думал, еще сборка героев. Нет. Ну поехали. Нифига себе, ребята. Это лайк. Это просто космос. Давайте его посмотрим. Герой просто космос, я вам обещаю. Просто пушка. Смотрите, что он делает. Все щиты. 200% атаки. Ну, то есть это вообще атак. Всем урон наносит. Добавлять себе щиты. Ну, короче, проще его качнуть и затестить. Ну, постараться, по крайней мере. То есть в каком-нибудь таком бою лайтовом. Попробую. Вот его надо точно качать. Ну, я даже не знаю, призывать еще. Сейчас, наверное, будет мусор всякий. Хотя темный рейнджер. Космос. Так, значит, смотрите. Можно, в принципе, его купить для улучшения за 200. Но у меня таких средств вообще нет. Так что только мечтать. Ну, темный рейнджер тоже выпал. Весьма эпично. Короче, ягер — это тема. Он даже, посмотрите, по характеристикам на максималке
Ну, Люмьер, конечно, повыше будет. Но по ХП и по скорости равных ему нет. Вот, так что имба некая, как она есть. Ну, давайте сольем некоторых. Еще чуть попризываем. Чуть-чуть. В принципе, мы уже двух пятерок выбили. Можно и остановиться на этом. Но хочется, может быть, еще что-то. А может и не надо. В принципе, смотрите, здесь выше призыв надо много сделать, но награда ни о чем. Поэтому я думаю, мы вот этот глянули эпизодик весь. И на этом будем заканчивать. Всех благодарю за просмотр и всем пока-пока.